субботу была хорошая погода, весь город покрывался дымовой завесой. Особенно касается это микрорайонов, там, прилегающих к восточной дамбе, набережная лейтенанта Днепрова в Крюке. Это вот фотография сделана там. Те, которые Целковского, Петровского улицы, то есть такие туманы плыли из дыма. Какая работа проводится в этом плане вами и патрульной полиции, и есть ли какие-то результаты? Мимо вот этого проехало две машины патрульной полиции в момент горения, общения с поджигателями. Звернуть увагу, будь ласка, своих працівників і районній адміністрації, я теж прошу вас, роз'яснювальна робота, перш за все. По-друге, якщо людина не розуміє, палить, там, хамить, то викликайте патрульну поліцію, треба штрафувати, щоб ваш працівник, ідучи, викликав патрульних і потім вже документували цей факт і проводили певні дії.